Эксцентриссимо. Богатые люди иногда наделены тонким вкусом и любят искусство. Ну или пытаются демонстрировать эти качества, чтобы как-то возвыситься над другими владельцами огромных состояний. Покупают картины, антиквариат, драгоценности царских особ. Музыкальные инструменты – тоже объект их желаний. Скрипку Страдивари раздобыть непросто, а вот какую-нибудь золотую дуделку в бриллиантах – пожалуйста. Ювелирные компании заботятся о вкусе богатых и своем развитии. Самая дорогая флейта в мире сделана из платины. Ее выпустили в 1939 году. Инструмент заказала звезда того времени, участник филадельфийского оркестра Уильям Кинкейд. Тогда это было в новинку, богатство еще только зарабатывались, потом и кровью, не всегда своей. Поэтому инструмент в том же году выставили на всемирной ярмарке в Нью-Йорке. Спустя 50 лет платиновую флейту выставили на аукцион и нашли покупателя. Цена на торгах выросла в 5 раз и добралась до 187 тысяч долларов. Сейчас флейта хранится в Метрополитен-музее в Нью-Йорке и не издает ни звука. Герой нынешнего года в России, поклонник искусства император Николай II, тоже любил флейту и именно играл на ней. Говорят, неплохо. Иначе немецкая фирма Циммерман, наверное, не изготовила бы инструмент специально для него и не звала бы флейту царь. Все же для них репутация дороже пиара. Эксцентриссимо.